В общем, выгадал я время все-таки. Вот перед ночью собрал я за пару часов такой легенький вольер в теплом сарае. В общем, отгородил вот такую стеночку. Вот тут сеткой все забил. Пустил сюда все голубей. Вот тут и николашки, и кружные, помесные все там с игрой есть. Не знаю, штук, наверное, 8 их. Вот, остальные все николашки. Вон там еще молодняк остался от кружных бойных. Вот. Начинаю тоже на крыло вставать. Вот, переселил я их, в общем, с чердака. Там холодно уже. Вот, сквозняк. Здесь все. Все щели запенил. Вот. Оббил толстым картоном. Вот у меня здесь, собственно, и кролики сразу. Вот одна девчонка бегает у меня даже еще. Вот. Голуби и кролики. Поудобнее теперь стало, и кормить зашел. Всех сразу накормил, налюбовался. И кроликами, и голубями. Так как времени мало. Вот, а держать и голубей, и кроликов как бы хочется. Молодой уже тоже пытается залететь. Не знаю, на сезон, на лето, скорее всего, это будет типа гонная голубятня. Вот там окошко, оно открывается. Вот сейчас на зиму, надеюсь, выгадать еще время сделать вольером снаружи, чтобы заперти не сидели. Никак. Слабоват еще. Тут у молодых цвет такой, думаю, интересный будет. Черные и такие. Грудка, головка с рыжеватым оттенком. Тоже нравится, интересно. Посмотрим, что они в полете покажут. Отец у них игровой, бьет игру. Вот. О, поднимается. Ну, с кормежки у них сегодня ячмень. Чистый. Раз в два в неделю даю кукурузу с пшеницей. Вот, но боюсь, что зажиреют без лета. Голубятни сидят. Вот, поэтому даю редко. Ну, в общем, для тех, кто говорил, типа, сделай нормальную голубятню, а потом заводи голубей. Вот, не всегда желания совпадают с возможностями, поэтому как бы время выбил, сделал, вот, особо ничего не потратил сюда, собственно, собрал из, так сказать, говна и палок, вот, но мне все нравится, калитку сделал так небольшую, тоже вот у меня щит был, ну, собственно, мне удобно, что там нагнулся, зашел, накормил, посмотрел, вот это тоже иногда бьет игру, кстати. Ну, у него там в крови понамешано, он вообще гривун, мать. Отец Николаевский был. Вот вышел с игрой у меня. Ну, в общем, ребят, просто хотел показать то, что не совсем я лентяй. Когда есть время, я занимаюсь. Стараюсь, по мере возможности все делаю. Все, всем удачи. Всем пока.